Здравствуйте. Мы вам покажем миниатюры, как это выглядит. Значит, начнем так. Лондонский участковый дал два предупредительных квеста. И потом только достал пистолет. Ну, давайте начнем. Из жизни республиканского психоневрологического диспансера. Ладно, сегодня ты будешь врачом. Ну, а как? Ну, а следующая наша миниатюра полагает... Брюки превращаются. Превращаются в брюки. В элегантную шорты. Так. Заминочка у нас тут. Бункер, получается, директор кинотеатра. Похороны состоятся, значит, 21.30, 22.30, потом 3D. Так, ну а следующая миниатюра... А, девочки, пойдемте потусим. Шашлычок, коньячок и мужичок. А ты пойдешь? Нет, я не пойду. А почему? У меня же приказ, ба. Так, значит так, УЗИ показала, что будет свадьба. Понятный почерк, читаемый, пожалуйста. Читаемый прямой почерк. Наклоном влево. Наклоном, нет. Наклоном, значит, это понятно, да? Есть такой почерк, который врач понимает только сам. То есть написал все, вот, пожалуйста. Наркомана Степу, да, ставит теперь только исключительно его. Следующая наша миниатюра у нас называется. Местный авторитет, да, приходит к врачу-наркологу на прием. Алло, да, здорово. Да, братан, да, чего? Ты меня жди, там все нормально будет, да, конечно. Ты без меня никакие действия не предпринимайте. Все, сейчас, да? Здравствуйте, я ваш нарколог. Что у вас? Спасибо за внимание.